В Харьковском военном госпитале разгружают очередную благотворительную помощь от фармацевтов. Недавно медучреждению киевляне передали дрели для операции, костыли, иголки и скальпели. Сегодня привезли бойцам таблетки. Мы привезли для госпиталя медикаменты, которые необходимы для оказания первой помощи. Это обезболивающие и антибиотики. Сумма более 250 тысяч. Каждая таблетка этого сегодняшнего монтажа – это додатковый шанс нашим військовослужбовцам сберегти здоровье, а то и життя у зоне АТО. Часть медикаментов оставят в госпитале, основное же количество отправят в зону АТО. За прошедший год для лечения бойцов медучреждений благотворители закупили препараты и оборудование на сумму в 11 миллионов гривен. Дуже багато хлопців приходить з зони АТО з цукровим діабетом і дуже потрібні глюкометри. А саме ще дорогіше для них – це плоски, які заміряють саме цукор в крові. Оце зараз наразі дуже сильно потрібні. І дуже сильно потрібні апарати для зміри давлення, які були б електричні. Волонтеры признаются, денег на все не хватает. На днях для оперирования раненых военных купили артроскоп. Аппарат стоимостью 50 тысяч гривен предназначен для лечения ранений на кости. Вместе с тем, по словам военнослужащих, за последние 2-3 недели поступающих стало гораздо меньше. Если раньше привозили 20-30 бойцов, то сегодня до 10 человек. Мария Жикова, Борис Буцевич, медиагруппа «Объектив».